Йоу, всем привет, это Тони Рок на Break Advice. Сегодня я вам покажу то, чему я научился у Эрионеса и у Маурицио. Это то, как держать центр, как тренировать центр футворки. Для начала нужно научиться стоять без рук на корточке и чувствовать себя очень комфортно в этой позиции. Потом мы можем добавлять, допустим, свипы и все время оставаться тоже, все делать через корточки, любые движения, бум-бум-бум, назад, в сторону, наискосок, поменяли уровень, бум, развернулись, и вы все время держите вот этот центр. Это как наша отправная точка в любое движение, наверх, вниз, в любой шаг. Сейчас я покажу, как можно еще это использовать, чуть-чуть вращаясь. Мы делаем свипы, мы завернулись, можем добавить такую. Все время держа центр. Также очень хорошее упражнение, просто как такое упражнение для ног, просто ходи. Потом можно добавить чуть-чуть с махами. То есть не просто передвигаться в линию, вот так, еще и махнуть ногой. Потом это. И все это можно использовать в футворке. Нужно стараться держать колени подальше от тела, от груди. Бум, бум. Ровная спина, центр через голову проходит, через спину. Бум. Такое упражнение отставили ногу одну, вторую, сюда, сюда, бум, бум, бум. Такой крест-накрест. Сейчас я покажу упражнение, которое вам поможет держать центр и баланс. Мы делаем свип. И то же самое с разворотом. Бум. Ставим на одну ногу. Бум. Бум. Также можно добавить другие элементы. Допустим, подсечку. Провернуться. Бум. Бум. Но каждый раз все время ловим центр. Теперь я покажу, как это можно чуть-чуть использовать. Например, мы делаем six-step и проворачиваемся через вот этот центр. Бум. Если вы хотите научиться делать крутой футвор, то вы должны в первую очередь научиться ловить центр и полностью его контролировать. Тогда вы сможете перемещаться из одного движения в другое, не затрачивая слишком много энергии, потому что вы не переносите вес в руки. То есть в основном у вас вес находится в ногах. И это намного проще, чем если вы делаете вот такой вот six-step. Когда у вас все здесь, в центре, вы можете уйти куда угодно, назад, в бок, вперед. Вверх, бум, контроль. Йоу, с вами был Тони Рок, Топ 9, Warsaw Challenge, Break Advice. Break Advice.